Здравствуйте, дорогие друзья! Я Елена Кабачинская, педагог дополнительного образования Дома детского творчества «Современник». Мой стаж работы более 25 лет, но тот вид деятельности, который я представляю, а именно шахматы и логические игры, я преподаю всего 5 лет. Но почему именно шахматы, спросите вы? Я выросла в семье шахматиста, и поэтому с детства умела играть в шахматы. Но никогда не думала, что буду их преподавать. Ну, а в работе с детьми самое главное – это поддерживать их любую созидательную деятельность. И всегда говорить, что все, что они делают, это очень важно. Не только для них, для их родителей, друзей, но и для всей страны в целом. И поэтому дети всегда очень стараются. Ну, а шахматы, естественно, воспитывают в ребятах очень важные качества. Такие, как уметь защищаться, уметь отстаивать свою точку зрения – конечно же, логически мыслить, планировать свою деятельность и, самое главное, нести ответственность за каждый свой ход. Очень важным является для детей, для взрослых тоже, умение презентовать свою деятельность. И поэтому на базе нашего кружка «Шахматы и логические игры» мы проводим два шахматных турнира, посвященных Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, турнир, посвященный Дню Победы, и два фестиваля логических игр. Один районный и другой городской. Фестиваль японских логических игр в рамках ежегодного городского фестиваля «Японская осень в Санкт-Петербурге». Ну и сейчас вы посмотрите несколько видеофрагментов занятий в нашем кружке. Шах. Мат. 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 Здесь есть и несколько игр, которые даже я не знаю. И да, я очень сильно удивился, потому что так много людей и наслаждают за японскими играми. И так еще раз выразить благодарности и за приглашение. И еще есть реклама. А вот азера в том, что 8 декабря в городе Сыктабе состоится японский день. И так что, если возможно, то приезжайте, пожалуйста, к нам. Спасибо большое. Уважаемые педагоги, а сейчас я хочу обратиться к вам. Что самое главное в нашей деятельности, как вы думаете? Конечно, самореализация. А чтобы самореализоваться, нужно постоянно учиться, учиться и учиться. И другого пути нет. Поэтому очень советую вам, пожалуйста, повышайте свой профессиональный уровень. И всего вам наилучшего!